Здравствуйте! Сегодня у нас 21 июня 2024 года, Харьков. Я продолжаю свой видеодневник. У нас сейчас прекрасная погода. Вчера лил дождь. Кто смотрел вообще вчера? Ураган срывался. У нас здесь пообрывало провода некоторые во дворе. Мне потом Ромас показал, говорит, смотри вообще, что происходило. Посрывал с крыш куски. Ну, в общем, такая вот история. Мне, кстати, писали зрители, то, что не только вчера в Харькове был ураган, и в других еще местах. Спасибо за ваши комментарии, за то, что вы пишете. Ночь прошла, спрашивайте, переживайте. Ночь прошла спокойно, но я взрывов не слышала, слава богу. Возможно, они были, но я крепко спала. Вчера наткнулась на такой комментарий, который бы мне очень хотелось ответить. Написала женщина, она написала по-доброму, но как написала: несмотря на то, что вы ненавидите русских, я желаю вам только мира, добра и удачи. А что, у меня вопрос. Теперь вот вопрос очень-очень большой. Ну, кто не знает, кто подписался, может быть, на мой канал не так давно. Так, простите, я выключу кашу. Так, продолжаем. Кто подписался не так давно, может быть, там в последнее время, в 2024 уже году, может быть, вообще в последний месяц. В общем, я вам советую пересмотреть мои предыдущие ролики за вообще за все время, ну хотя бы так примерно. Кстати, под этим видео я добавлю ссылку на шикарный ролик. Переходите, смотрите. Это был, по-моему, сентябрь 2022. Вам понравится? Простите, у меня Амиран проснулся. Простите, еще. Амиран проснулся, сейчас как раз каша готова, видео дозаписываю, пойду уже по своим делам. Так вот, женщина написала, перейду к сути. То, что вы ненавидите русских, но я вам желаю мира и добра, несмотря на то, что вы ненавидите. И вот у меня главный вопрос. Кто не знает, и ответ, вопрос-ответ. Я вообще по крови наполовину. У меня русская кровь, наполовину украинская. Кто не в курсе? Ну и так, к вопросу о национальности. Помните, как раньше? Раньше же в Советском Союзе у всех людей стояла графа национальность, да? И вот у моих родителей тоже есть национальность. Русская и украинская. И вот у меня главный вопрос. Как я могу, будучи русской и украинкой в крови, желать смерти или тем? Как я могу ненавидеть русских или украинцев? Как? Сравнивать эту войну с Великой Отечественной, ну, я считаю, вообще неуместно. И абсолютно разные войны, кто бы что ни говорил. Тогда война была с немцами, которые нам ничего общего, понимаете? Два абсолютно разных народа. А здесь, когда половина людей по разные стороны фронта, в России полно украинцев, в Украине полно русских, и идет война, и пошли брат на брата. И кому-то, кого-то дико раздражает, кто-то хочет сейчас ко СМИ лечь, но чтобы за мир никто не говорил, чтобы именно натравить друг на друга, чтобы война продолжалась. Мне непонятно, я не могу, я так не могу, я не понимаю, вот, ну не понимаю я, как можно желать смерти друг другу, как можно на полном серьезе видеть врага друг в друге, как? Тот, кто это все заварил, эту войну братоубийственную, он за это обязательно ответит. Потому что высшие силы есть, Бог есть, и бумеранг есть. Все обязательно, кто это сделал, он за это обязательно ответит, кто создал эту войну. А вчера все люди в здравом уме и сознании, они не будут это поддерживать. Кто бы что сейчас ни говорил, что бы ни лилось, откуда, я не поддерживаю войну. Я не желаю смерти никому. Я хочу, чтобы все жили, чтобы эта война прекратилась. Чтобы были страны,
чтобы была Украина, чтобы была Россия, чтобы были добрососедские отношения, чтобы могли ездить друг к другу, а не убивать друг друга. Я такого себе не представляю. Я в России была, и не раз. И туда, куда, допустим, я хотела еще, я хотела в Эрмитаж попасть. Я туда так и не доехала, в Питер. И на барахолку хотела в Питер попасть. Тоже туда так и не доехала, учитывая... Сначала Амиран родился, ковид начался. Ну, а сейчас вообще уже просто невозможно ездить. Я не знаю вообще, как земля носит тех людей, кто пытается стравить и найти друг друга, друг в друге врага. Ладно, я вам ответила. Еще раз скажу, мы сейчас с вами, кстати, пройдемся по переулку, где жила Людмила Гурченко, потому что вчера один зритель написал, так Гурченко ж не харьковчанка. Гурченко харьковчанка, и еще вам много чего интересного расскажу. Переходите, сейчас мы с вами пройдемся на эту улицу. Переходите обязательно по ссылке в закрепленном комментарии под видео, будет ссылка на видео 2022 года. Очень интересное тоже, я показываю переулочек Людмилы Гурченко. Посмотрите обязательно. Что еще могу сказать в дополнение? В дополнение хочу сказать одно. Вот, что я не сказала важное. Очень важно. То, что все, что сейчас льется, все, что я сейчас читаю в комментариях, делается только для одного. Чтобы я начала ненавидеть и проклинать. Слишком долго на моем канале, 2,5 года, несмотря на то, что шла война, люди по обе стороны баррикад продолжали общаться. Простые люди, простые мирные люди, они продолжали общаться. Но сейчас делается все, мне пишется такое, что я это осознаю, я просто на это вот так вот закрываю глаза и не впускаю в свою душу, не впущу это в свою душу. Можете не стараться, я это не впущу в свою душу. Я не буду ненавидеть никого, понимаете вы? Вы сейчас мне пишете от россиян такое там, то, сё. Я не буду ненавидеть, понимаете? Но не буду. У меня очень много хороших, добрых подписчиков из России. Адекватных. Которые никогда в жизни бы такого не написали, потому что я знаю, 2,5 года с ними общалась. Я не буду их ненавидеть, что бы вы мне ни писали. Я не впущу в свое сердце ненависть. Я не сломаюсь, понимаете? По-разному были заходы, подходы в течение этих лет. По-разному. И туда, и сюда. И как же к ней зайти? Как же это сделать? А вот сейчас решили так. Ничего не выйдет. Я не начну ненавидеть, потому что ненавидеть самого себя невозможно. А тот, кто сеет сейчас ненависть между народами, которые сидели в одном окопе, тот, кто сейчас своими хитрыми ухищрениями творит зло, тот обязательно выхаркнет. Друзья, будем держаться. Война обязательно закончится. Обязательно, я знаю, несмотря на что бы ни происходило сейчас, война обязательно закончится. Безумие не может длиться вечно. Если вспомнить историю страшных войн, я думаю, у людей тоже начиналось отчаяние, у тех, кто тогда проживал. Что это будет идти вечно и не закончится никогда, и это все, это конец мира. Но нет, все имеет когда-то свой конец, все имеет начало, и поэтому война обязательно закончится. То, что сейчас происходит, это выгодно тем, кто начал эту войну.
Подумайте просто своим мозгом, кому это выгодно. И все. Всем хорошего дня, хорошего настроения, мирного неба, крепкого здоровья. И помните самое главное, что все войны заканчиваются миром. Не переключайтесь и не забывайте про ссылку под моим видео. Так, друзья, у меня вчера кто-то спросил в комментариях, когда я показывала картинку, нарисованную Гурченко на стене. Кто-то в комментариях написал, а Гурченко ж не в Харькове родилась. В Харькове. И вот сейчас мы проходим мимо ее школы, в которой она училась. Сейчас пройдем по улице, на которой она жила, и подойдем к дому, в котором она жила. По многочисленным просьбам. Ну, учитывая обстановку, мы будем вот так вот... Вы будете все видеть на фоне моей головы. Может быть, не все. Но тем не менее, вот считайте, что я сейчас прогуливаюсь, а вы прогуливаетесь со мной. Простите, я как могу в условиях военного времени, так и показываю. Когда-то мне кто-то говорил, что Гурченко жила еще в одном доме. Те люди, которые с ней были, кстати, знакомы. По другому адресу. И тот дом уже разрушен. Ну, я не знаю. Я спорить не буду, я знаю только этот дом, который я вам сейчас покажу. Сейчас. Вот этот дом. Такой красивый домик. На нем мурал, на который написано Людмила Гурченко. Мурал. Такая монументальная живопись. Часто люди спрашивают, что такое мурал. Такая монументальная живопись на фасаде дома. Обычно изображающая либо известных людей, проживающих в этом доме. Ну, бывает и не обязательно так. По-разному бывает. Ну, вот такой вот мурал немного искажается. Я не знаю, как вам снять. Искажается немного картинка. Ну, может быть, вот так. С какой стороны стать? Тут просто впритык дом. Если бы откуда-то сверху, может быть, еще было бы хорошо видно. В общем, вы поняли. Вот вам показываю по многочисленным просьбам дом Людмилы Гурченко, в котором она жила. И ходила в школу по соседству буквально, не знаю, тут сколько, 20 метров. Где-то так. Здесь вообще такая замечательная улица, потом переулок. Ну, в общем, когда-то я еще, по-моему, в 2022 году снимала подробно о этом переулке. Вот сейчас он называется переулок Людмилы Гурченко. Кстати, дом за моей спиной, это вот в котором она жила. Я об этом переулке снимала. Здесь очень есть интересная архитектура. Тогда я ее показывала. Тогда еще не было таких законов, которые повводили сейчас. Да, и люди так не бросались, не кидались, как кидаются сейчас, конечно. Чем больше идет времени, тем больше злобы, ненависти, потери, разрушения. Это все осознаю. Просто вот сейчас решила прогуляться, а вы просто прогуливаетесь со мной. Я снимаю исключительно сейчас себя, чтобы никого, не дай бог, не нервировать. Вот там еще такой интересный домик будет за моей спиной. Там, вот видите, от него такая башня красивая. Не поленитесь, за 2022 год зайдите. Есть видео на канале. Есть, я там все показываю, рассказываю. Очень люблю старую архитектуру и вообще очень люблю свой родной город Харьков. Сейчас, если что-то так вот фрагментами дойду, если смогу снять, сниму. Так, чтобы никого не разозлить. Ничего не... Ну, в общем, вы поняли. Вот такие еще лужи. Дождик поналивал. Дождик это хорошо. Сегодня не придется магнолию поливать. Полил дождик. А то так обычно нужно ее поливать. Если не польет дождь.
сейчас я кусочками попробую снять. Конечно, уже так полноценно снять сложно, но сейчас я попробую. В общем, сейчас подошла, у меня прям меня переполняют эмоции. Я рассказывала, кто жил в этом доме, кто его купил, кто был его владельцем изначально. И много историй таких вот, которых я рассказываю. А сейчас даже уже здесь столько котиков. Вы не представляете, они разные расцветки, и трехцветки, и рыженькие. В общем, ну, сложно, я вам скажу, сложно снимать, сложно о чем-то рассказывать, сложно сосредоточиться, когда на тебя смотрят люди, ты заходишь в двор, смотрят люди и такие, в смысле? Ты что тут ходишь, снимаешь? Не, мне сейчас никто ничего не сказал. Но я прям чувствую спиной. Да, так. Ты чё тут шаришься? Иди отсюда. Ладно. Значит, мы сейчас с Амираном гуляли вечером. И такое увидели. Посмотрите, что там происходит. У нас сейчас чистое небо. Голубое, вот, чтобы вы понимали. На небе не облачко. А там что-то вообще происходит страшное. Вы это видите? Смотри, какая-то буря. Да нет, Амиран, это, мне кажется, это вообще не облака. Может, что-то горит? Нет. Взрывы какие-то я слышала. Мне. Что-то облака такие. Мне. Вот представьте, когда здесь находишься в таких условиях, ты уже адекватно не можешь. Вот я вижу что-то, мне кажется, это не облака. Мама! Амиран вообще такой говорит, это горы. Нет, Амиран, это не горы. Выглядит, да, как мама, горы какие-то в облаках. Что? Это вообще, такого там было, гигантская волна. Что это было? Гигантская волна, это просто. Гигантская волна? Да. Ну, может быть. Ладно, пойдем.